Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Vande Guru Padadandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Vandanita Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vandiradhika Charana Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataru Vashyakipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pabune Bhavishnabhibhyo Namo Namah Mukankaroti Vachalang Pangung Langhait Girim Yatki Patam Hangbandi Parma Ananda Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacham Shna Bhakti Pade Devi Sattavattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naran Chaiva Narottama Devin Saraswati Vyasam Tato Jayo Madhira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvaranya Deyam Sada Paribhavagna Mavishtaduham Tethas Padam Siva Virinjanutam Saranyam Bhittatiham Panotopal Bhavad Diputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Jat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Bispurjita Kamapikabodu Swadarshi Purnanu Ragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Pikam Karas Sri Krishna Chaitanya Prabhunetananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhunetananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksho Vishambaru Diyavaru Jogadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavan Rupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tavam Bhagam Narayano Priyamanangamada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusho Vadane Lakshmir Jasacha Bhakshasi Yasyastide Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Jeva Maishe Kito Sauhidartha Janeshu Dehantara Bhartikeshu Geheshu Jayatmo Jarati Matsu
но прити жукта жабадхартха слоки. Жева майше кито сухидартха жанешу дехан тарвартикешу гехе сужаятмо жарати матсу но прити жукта жабадхартха слоки. Гоня Гоштхати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, тогда я должен игнорировать голоса мирской мудрости и слушать только тот голос, осознавший себя души. Годи Гоштхат Шишила Бхактистан Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, к абсолютному благу, тогда я должен игнорировать все голоса мирской мудрости и слушать только голос, осознавший себя души. Шрила Прабхупада сказал, я хочу предаться лотосным стопам такого гуру, который обеспечит стопроцентное благо мне. Я могу предаться лотосным стопам такого возвышенного преданного, который мне даст стопроцентное благо. Не 99%, он мне даст стопроцентное благо. Я не хочу жертвовать свою жизнь лотосным стопам обманщиков, которые одеваются в одежды гуру, потому что я потеряю все. Садгуру никогда не добавит огонь, никогда не добавит масла в огонь желаний в вашем сердце. Садгуру никогда не добавит масла в огонь желаний, который разгорается уже в вашем сердце. Огонь камы. Садгуру никогда так не поступит. Это не признак садгуру. Садгуру никогда не добавит масла в огонь ваших желаний, чтобы увеличить его. Он так не будет поступать. Если какой-то гуру поступает таким образом, говорит Прабхупада, что это мой враг номер один. Он самый большой враг. Но я не могу этого понять, и в этом моя глупость. Он мой самый первый враг. Тот, кто помогает мне. Ты просто за меня голосуй, просто меня поддерживай. А сам делай, что хочешь. И я тебе тоже могу помочь наслаждаться жизнью. Садгуру так никогда не поступит. Садгуру вам даст пощечину. Идиот, зачем ты ко мне пришел? По какой причине ты пришел ко мне? Получить абсолютную истину, поэтому тебе придется совершать баджан, а иначе уходи, я не могу тебе помочь. Шрила Тулсидас Джи Махарадж говорит то же самое. Он написал Рамаяну. Правильная Сиданта. Это обязанность Садгуру сказать, не ходи туда, не делай этого. Там, туда ты можешь пойти, там саду хороший, ну, в смысле, возвышенный, там ты можешь слушать харикатху, но туда не ходи и не делай вот этого. Таким образом, садгуру, он всегда меня направляет. Если Гурудев меня не направляет, если Гурудев всегда только улыбается и меня удовлетворяет все мои желания, тогда как я смогу освободиться от майи? Как я смогу освободиться от майи? Майя так опасна. Так опасна. Нет альтернативы. Только милость Шудда Гуру Вайшнавов. Только по милости Шудда Гуру Вайшнава я могу преодолеть майю. Тулсидас говорит,
Это обязанность садхгуру. Обязанность садхгуру заключается в том, чтобы направлять меня правильным образом, то есть поступай так, а вот так не поступай, вот это вот ачаран саду, то есть он меня постоянно направляет таким образом, он не может меня отклонять. Вед Батавея значит, что есть тадвасту, чинмайвасту, а есть материя, ататвасту. О, то есть постарайся понять разницу. Мне кажется, что ты привлекаешься вот этим, это материя. Не смотри туда, это майя, это иллюзия, это иллюзорная энергия. Не смотри в ту сторону, я знаю, что ты влечешься этим, но это майя, это материя, а это чинмой. Гурудев, он мне указывает, о, сын мой, это чинмой. Если ты пойдешь по этому пути, ты себя защитишь. А если ты выберешь вот этот путь, тогда ты можешь потерять все. И есть очень маленькая разница. Даже вот эту вот разницу я не могу сравнить с величиной волоска. Волосок, он очень маленький, тоненький. Достаточно отклониться на 0,00001 миллиметр, и тогда вы сразу дотронетесь до майи. И как только майя до вас дотронется, она вас захватит. Сначала майя, она пытается завладеть душой. Как же ее поймать? Майя может показать столько всякого волшебства. И если вы загипнотизируетесь, тогда вы попадетесь в ловушку. А если вы получили полную гуру-крипу, тогда майя, ей не удастся вас поймать. Она вас успокоится и оставит вас. То есть она вас проверит и одобрит, как прямо вот на фабриках проверяют товары. Контроль качества. Бхактина Такур пишет в киртане Куладеви Йога Майя. И потом он говорит вот это. О, мать! Пожалуйста, посмотри на меня с любовью. Позволь мне отправиться к Кришне. Не останавливай меня. Благослови меня. И тогда мать, она может позволить. Хорошо. Сейчас ты можешь отправиться. А иначе майя, она будет пробовать остановить вас всегда. Она вам не позволит отправиться к Бхагавану. И также деваты, они стараются создать вам препятствия в баджане таким образом, чтобы вы упали. Садхгуру, он всегда мне показывает дорогу, как приблизиться гуру, который... Прабхупада говорит, гуру, который дает мантры, вдувает их в уши. Пу. Это мантры, вот так вот дают. Это не дикша. Это не дикша. Если гуру не способен дать дивья гьяну, он не гуру. Конечно же, если ученик заинтересован, то есть тот, кто желает получить дивья гьяну, это в их случае применяется. То есть я гуру может быть садгуру, а я могу быть лицемером, тогда я не получу дивья гьяну. А гурудева может быть капат. Я нормальный. Я не могу назвать себя нишкапат, потому что если бы я был нишкапат, то Нитянанда бы он меня привел к садгуру. То есть если гурудев капат, а может быть я не совсем заядлый капат, но я, может быть, немножко капат. То есть мои запросы, они не истинные, то есть не искренние. То есть поэтому Нитянанда Прабху, он ожидает. Те, кто на самом деле хотят пересечь материал, океан материи, Нитянанда, он обещает. Ато ва сансарам,
Ответственность за ваше спасение, оно в моих руках. Как вам помочь пересечь этот материальный мир? Это моя головная боль. Вы занимайтесь тем, чем должны заниматься, а я помогу вам. Я помогу вам достичь трансцендентных лотосных стоп Бхагавана и получить вот эту абсолютную истину, Ананду, Нитьянанда. Нитьянанда Прабху говорит, это моя ответственность, это не ваша ответственность. Но я не должен быть лицемером, не должен быть капат. Если я капат, то все остальные качества, которыми я обладаю, они приравниваются к нулю. Если я капат, возможно, у вас столько много разных качеств, но они все бесполезные. Гурудев всегда говорит, это майя, а это баджан, это апракрита, а это пракрита. Гурудева меня направляет таким образом, не то, что Гурудев меня выбрасывает в огонь майи. Это не обязанность Гурудева. Если Гурудев так поступает, то он мой самый первый враг. Если ученик искренен, если он подчиняется, если он предался на 100%, тогда дивья гьяна, все, что говорит Гурудев, так вот это знание, оно останется в сердце Гурудева, и он разовьет все могущество, качество. Если я совершаю Гуру Севу, если я искренний, тогда по его милости я получу силу и осознаю дивья гьяну, получу дивья гьяну. Если вы съездите на юг Индии, вы там увидите, что те, кто не получили Гаятри мантру, сейчас я вам не говорю даже о всех мантрах, брахманы, те, кто не получили Гаятри мантру, им не разрешается открывать Писание. А если они открывают Писание, они там ничего не понимают. То есть Гопал Бхатта Госвами, он сначала получил святой шнур, а потом он научился всему у Прабхадананда Сарасвати Пад. И он принадлежал к Шри Сампрадае, то есть он был вайшнавом из Шри Сампрадае. И он обучался всем шастрам. Но перед тем, как взять мантру, нет силы. То есть вы пробуете. Кто-то может быть очень умным, но, будучи шудрой, он не может принять это знание, не может его получить. Но когда садгуру дает апракрита упадеш, трансцендентное знание, дивья гьяну, тогда шишья, ученик, он развивает такую способность получить это знание. А кто получает это знание, он может его передать другим. Если вы не получили это знание, то вы его другим дать не можете. Если внутри какая-то ерунда, то и вы можете получать гирлянды там, и так далее, но вы не можете дать это знание. Если вы сами обладаете этим знанием, то вы можете его дать. Но если у вас нет признаков того, кто обладает этим знанием, то вы никому не поможете. Есть признаки. Вы видели уголь? Уголь, он черный, очень черный. Такой черный. Очень черный. Но когда огонь входит в уголь, то уголь, он принимает форму расплавленного золота. Уголь черный, это все знают. Но когда огонь входит в уголь, тогда уголь принимает форму расплавившегося золота. Так, и подобным образом, возможно, сейчас вы падшие, абсолютно падшие, но это не проблема, не беспокойтесь. Вам ничего не нужно, садгуру ничего не хочет от вас, только искренность. И тогда постепенно
в процессе служения вы можете стать вот этим золотом расплавленным. Сейчас, может быть, в сердце анарта, кама, всякие грязные вещи, осквернения, но по милости Гуру Падмы вы обнаружите, что вы горите, как огонь, как уголь. Горящий уголь, он может также светиться, он может излучать свет. И также он может дать тепло. Таким образом, вы сможете увидеть все. Когда апракрита знание входит в ваше сердце, дивья гьяна, и вы тогда обнаруживаете самих себя. И тогда неведение, оно исчезает. И ваш ум, он не хочет больше наслаждаться, он хочет только совершать служение, апракрита служение. Севананда, она передается Гуру Падме, то есть это его обязанность. Если я наслаждаюсь служением, то есть служение приносит мне радость, тогда вот эту вот ананду я могу ее дать вам. Если я сам не получаю вот эту радость, если я, нет у меня счастья в служении, то как я могу вам дать эту сева-ананду? Это называется общением. Люди не знают значения слова «общение». Общение означает садгуру, он совершает служение без перерывов. И когда ученик смотрит на Гуру Падму, на его характер, на его поведение, он смотрит, смотрит и развивает такое же желание, он хочет, ну, вдохновляется. И мы не можем даже объяснить. И ум, он радуется. Когда я был перед Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем, я всегда был счастлив, радостен. Он мне не давал, возможно, какие-то там сладости. Когда Гуру Махарадж меня звал, я входил в его комнату, и как только я входил, и мне сразу же сердце успокаивалось. И почему так происходило, я не знаю. Когда я на него смотрел, предлагал ему поклон, я сразу же получал удовлетворение какое-то некое. И это очень секретная вещь. Большое таинство. В их сердце пребывает Бхагаван. Бхагаван живет в их сердце. Ну, конечно же, вы тогда почувствуете себя счастливым. И то же самое сказал наш Юдиштхир Махарадж, он сказал то же самое Видуре Махараджу. Юдиштхира сказал Видурджи Махараджу то же самое. Видурджи отправился в паломничество. Он не хотел наблюдать, как все там сражаются друг с другом. И после окончания Курукшетры, когда все завершилось, Видурджи Махарадж, он вернулся из паломничества. И все сообщили, в общем, Юдиштхире Махараджу. Юдиштхира Махарадж, он подбежал сразу же к Видуре Махараджу на дороге, прям предложил ему поклон и заплакал, и сказал, почему ты решил отправиться в паломничество? Ты сам место паломничества. Все места паломничества, они находятся у твоих лотосных стоп. Возвышенный преданный, как ты, зачем тебе ходить в паломничество, ты их заряжаешь, потому что все грешники, все жестокие люди, они посещают всякие места паломничества, они там примывают омовение, оскверняют эти места паломничества. А саду, такой саду, как ты, когда они ходят в паломничество, они заряжают снова эти места паломничества, они их очищают. Бхагаван, он в твоем сердце, он заперт в твоем сердце. И куда бы ты ни пошел, ты очищаешь это место. Почему мы хотим встречаться с чистыми преданными? Потому что в их сердцах Бхагаван. И даже когда они ничего, ни о чем не говорят, достаточно просто на них посмотреть.
Бхактинат Такур пишет об этой Сиддханте. Когда вайшнав молчит, он ничего не говорит. Например, он занят чем-то. Но если вы на него посмотрите, то вы очиститесь. Своего рода радиация исходит из тела вайшнава. Это что-то невидимое. Оно вас очищает. Даршане павитра коро эйто марагуна. Вы поете этот киртан? Это факт. Саду санга, гуру сева. Мы обсуждаем это. Прабхупад говорит, Шукрачарья, он дал Шукрачарья, он выбрал свой личный интерес. Шукрачарья — это гуру демонов. И какой гуру, такие ученики, какой отец, такие дети. Шукрачарья — это гуру демонов. Это его первая обязанность — защищать интересы демонов. Шукрачарья, он не дает им духовное знание. Шукрачарья думает о том, как защитить интересы демонов. Защитить финансовый аспект, на политическом уровне предоставить защиту. Если что-то идет против интересов, он сразу предупреждает: будь осторожен. Шукрачарья Махарадж, он предупредил Бали Махарадж: смотри, будь осторожен, это Вишну, что явился в форме Брахмана, это Вишну, он на тебя все заберет. И Бали Махарадж подумал: я воспитан Прахлад Махараджем, и он был преданным. И он сказал: если это Вишну, я тогда самый удачный, я самый удачливый во всем мире, я ему все отдам. Шукрачарья хотел его остановить. Не давай ему ничего, он у тебя все заберет. И Бали Махарадж сказал: я думал, что это был обычный брахман, но если это Вишну, тогда, конечно же, я ему все отдам. Я не могу тебе подчиниться. И тогда Шукрачарья проклял Бали Махараджа. Бали Махарадж хотел пообещать, хотел сделать санкальпу, чтобы пообещать Ваманадеву. И Шукрачарья, он принял тонкую форму, чтобы заблокировать Каманду, чтобы вода оттуда не вылилась, чтобы Бали Махарадж, он не смог взять воду и сделать санкальпу. И тогда Бали Махарадж взял травинку и травинкой очистил канал и взял эту воду. И таким образом Шукрачарья, он ослеп на один глаз, он ему глаз воткнул, эту травинку. И Шукрачарья сказал: я тебя проклинаю, ты потеряешь все. Он разозлился, и, в общем, и Бали Махарадж, он потерял все. Но, по крайней мере, у него было бхакти. Это основное имущество. Шукрачарья, он всегда защищает интересы демонов. Шукрачарья обладает таким знанием, что когда какой-то демон умирает в процессе, в битве в какой-то, Шукрачарья может... У него он обладает вот этой митра-сандживани мантрой, то есть он оживляет мертвецов. Даже Брихаспати не обладает таким знанием. Шукрачарья, он очень могущественный. Он берет воду, повторяет мантру и брызгает ее на тело умершего, и тогда умерший он воскресает и с двойной силой. Вот такая сила у Шукрачарьи. Но Бали Махарадж, он никогда не принял Шукрачарью как гуру. И Прахлад Махарадж, он не принял ни Шукрачарья, ни его детей Сандьямарка. Он их не принял гуру. Прахлад Махарадж принял Нараджи Махараджа своим гуру. И что говорить о Шукрачарье? Посмотрите на случай Брихаспати. То же самое. Брихаспати, он всегда защищает интересы полубогов.
По крайней мере, он обладает брахма-гьяной. Также Шукрачарья, он не какой-то там обычный человек, обычный демон. Но тем не менее, они не дают своим ученикам истинное знание. Но Садгуру, он всегда заинтересован в том, чтобы защитить ученика. Это его основная обязанность. Основная обязанность Садгуру — защитить ученика. У него нет других обязанностей. И Прабхупада говорит, у Садгуру нет других обязанностей. И его обязанность — это защитить сампрадаю, не уничтожить ее. Единственная обязанность Садгуру — это защитить Сиддханта Вани и Шрота Панту, Гуру Парампару. Если он это не делает, то весь мир, он может встать с одной стороны, и я могу пойти против всего мира. То есть, возможно, им это не понравится, они меня будут атаковать. Но когда кто-то разрушает сампрадаю, парампару, как я могу сказать, что это Садгуру? Прабхупада говорит, что это первостепенная обязанность Садгуру — это защищать Сиддханта Вани. Потому что если Сиддханта Вани защищено, тогда все может быть защищено. То есть, когда много денег, когда много славы, золота и храмов, и все, то есть, столько блеска всего, но когда нет усилий, не прилагаются усилия, чтобы защитить Вани Вайбау, тогда что вы дадите ученикам? Вы можете держать миллионы долларов в банках и можете продолжать принимать просад. Но Прабхупада, он никогда не имел в виду вот такое, такую проповедь. Единственная основная обязанность Садгуру — это защищать Вани Вайбава, Шрота Панту. Если защищен Вани Вайбава, тогда все защищено. Прабхупада сказал, когда у нас есть Чайтанья Чаритамрита, мы можем потерять все, но ничего не потеряно, если спасена Чайтанья Чаритамрита. И мы должны помнить этот вечер, вот эту вот мысль. Нет никого, кто мог бы поддержать вот эту вот огонек горящим. Никто не заинтересован, чтобы вот поддерживать преемственность истинную. Под прикрытием баджана майя, везде майя. Я могу принять саньясу, я могу показывать на публике разные вещи, я могу получать лабапуджу пратишту. Бхактина Такур говорит, если мы, когда мы видим, что много людей принимают саньясу или брамачарию, то знайте, что это заговор майи. Это своего рода заговор майи. Зачем людям принимать саньясу и брамачарию? Что они получат этим? Наротам Такур всю жизнь, то есть он носил белые одежды и занимался проповедью. Я не говорю, что нельзя принимать саньясу и брамачари. Можно принимать, но когда есть квалификация. Вы нарушаете наставление Бхактинода Такура, и вы поэтому будете наказаны. Я вам могу открыть книги и показать все это. Не делайте ничего такого, что против сампрадаи и что идет против интересов сампрадаи, иначе вы будете наказаны очень сурово. Бхактинода Такур пишет, он столько всего много пишет, но кто на это будет обращать внимание, я не знаю. Are you speaking about? About the last shloka spoken by for long time. Я обсуждал последнюю шлоку,
12 главы, но тем не менее я не удовлетворен, потому что шлока, она прекрасная, и скрытое значение, оно... Вот я его обсуждал до вчерашнего дня. Слово «апраматтё», оно очень важно. Вчера я вам объяснил значение «дира». Здесь «дира», они обязаны быть «апраматтё», должны быть начеку всегда. Если кто-то «дира», но не начеку, это абсурд. То есть если кто-то «дира», то он тоже «апраматтё». Кто-то может сказать, вайшнав, он очень возвышенный, но он не знает сиддханта вичары. О, это же возвышенный преданный, но он не знает сиддханту. Он не понимает сиддханту. И Прабхупада говорит, это абсурд. Это абсурд, это невозможно. Если преданный возвышенный, и он не обладает знанием, а сиддханте это невозможно. Вайшнав означает, что он должен осознать сиддханта вичар. Вы думаете, что сиддханта вичар — это какая-то гимнастика? Вы думаете, что сиддханта вичар нужно накачивать ее как мускулы? Нет, это не сиддханта. Прабхупада объясняет, сиддханта вичар — это не что-то, чем можно заниматься, что можно накачивать. Это случается естественным образом. Автоматически, когда вы служите Гурупад Падме, Бхагавану, бесконечное знание вы можете получить от Бхагавана. Прабхупад говорит, что Гурупад Падма, Горкишор Дас Бабджи Махарадж, он, кажется, не обладает никаким знанием, но верьте мне или не верьте, но он может решить любую проблему этих 14 миров. Он осознал Апракрита Видью. Он знает Апракрита Видью. Внешне нет никакого образования Горкишор Дас Бабджи Махарадж, но поверьте мне, он все знает. Таким образом, когда кто-то служит Гуру Вайшнавам Бхагаванам, то автоматически он понимает всю сиддханту. Я вам объяснил уже, Горкишор Дас Бабджи Махарадж, он знал всю сиддханту. Возможно, он не цитировал шлоки из шастр, но все, что он говорил, все было абсолютным. Возможно, он не цитировал шастры, но он знает суть шастр. Он знает заключение всех шастр. Он знает суть всех шастр. Какие бы шастры ни существовали в этой Брахманде, на райских планетах, тут и там, он знает суть всех шастр. Возможно, он не будет цитировать шлоки, но он может сказать правильную сиддханту. Он говорит правильную сиддханту, он не ошибается. Вот Джива Госвами поэтому и сказал, что Парамахамса иногда они не дают какие-то доказательства из Писаний. И в таких случаях вы можете начать сомневаться в таких гуру. Вот почему лучше принять инициацию гуру, который знает Шабда Брахму и Парабрахму, чтобы не пасть. Бхактисиддханта Сарасвати Такуру, он был самым возвышенным пандитом, но он принял прибежище у лотосных стоп Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, который не обладал никаким образованием. И таким образом Прабхупада совершил своего рода революцию. Как же это возможно? Самый огромный пандит принял прибежище у того, кто вообще не обладал никаким образованием. Но он, тем не менее, обладал дивья гьяной. Он был Парамамса Вайшнавом. Но так происходит. Такие есть вайшнавы. Но Джива Госвами Пад, он советует, что те гуру, которые не могут дать доказательства из шастр, то их есть вероятность, что ученики, они их не поймут и падут по этой причине. Поэтому
Как правило, Садхгуру, он знает и Шабдабрахму, и Парабрахму, то есть осознал Парабрахма — это Кришна, а Шабдабрахма — это тоже Кришна. Но, то есть, если кто-то осознал Парабрахму, то есть он все осознал, но тем не менее Джива Госвами Пад, он хочет нас спасти, потому что мы всегда сомневаемся, поэтому он советует принять инициацию того, кто знает шастры, может дать ответ из шастр. То есть, и кто-то может сказать такую вещь. Мой Гурудев, он очень возвышенный и преданный, но он не знает Сиддханты. И это невозможно. Так не бывает. Он обязательно должен обладать Сиддханта-гьяной. Когда кто-то обладает Сиддханта-гьяной, он преданный, то да, это возможно. А когда кто-то преданный, но не знает Сиддханты, это невозможно. Это фальшивое объявление, заявление. Тот, кто получил истинную гуру-крипу, мы можем понять это по этому термометру. То есть это вот тот стандарт, по которому мы можем понять, кто получил гуру-крипу, кто получил Сиддханта-вичар. То есть Сиддханта-вичар Прабхупады, он перешел гуру-пад-падми, от гуру-пад-падми к ученикам. Это единственный показатель милости. Но мир, они не понимают этих вещей, они только смотрят на деньги, на то, как все, на богатство, вот как. И они не понимают, как же понять, кто получил милость Гурудева. Я вам сказал, что не существует таких тайн и секретов, которых Гурудев не может открыть своему ученику, кто Снигда, кто Нишкапат. Тот, кто предается полностью Гурудеву, Гурудев, он милостив, и это его обязанность спасти. Те, кто Снигда Шишья, те, кто разумны, благоразумны, и это буквальное значение, но это неподходящее объяснение. То есть как объяснить, понять, что кто-то Снигда Шишья? Недостаточно просто посмотреть на то, кто как улыбается. Бизнесмены тоже могут улыбаться, они тоже могут предложить вам чаю, кофе, будут очень вежливы с вами. Сначала они вам предложат какие-то холодные напитки, и они для начала они вас заманят, и вы в ловушке, вы не можете оставить этот магазин, и вы обязаны купить у этого продавца. И то, что он потратил, предложив вам кофе или чай, или там прохладный напиток какой-то, то это он у вас все вложит в цену. Вы ему в тысячи раз больше заплатите. Но Горакишор Дас Бабджи Махарадж, он не улыбался, и Прабхупада тоже не улыбался. Они что, не умеют улыбаться? Они могут улыбаться, но они очень... Вы видели Прабхупаду улыбающегося на фотографиях? Почему так происходит? Прабхупада, он знает, как улыбаться, но он не улыбается, потому что он видит наше плачевное положение, и он страдает, и он боль у него в сердце. Как он может улыбаться? Я не могу их спасти. Поэтому улыбающиеся лица — это не признак преданности. Но все думают, о, он такой улыбающийся, такой вежливый, это вайшнав. Но нет, он просто знает науку общения, науку, как строить отношения. И почему бы вам тогда не купить книжки и не заниматься всякой там психологией, как с людьми общаться? Зачем вы тогда хотите слушать то, о чем Прабхупада хотел сказать? То есть люди знают, как зарабатывать деньги, как... Есть даже вот отдельное направление здесь в Бенгалии, как от с нуля заработать много денег. То есть там какие-то техники они объясняют.
но они никогда не хотят научиться тому, как получить лотосные стопы Гуранги или Кришны. Для них более практично это вот это знание о деньгах. А прамата — это очень важное слово. Значит, быть постоянно на чеку, быть осторожным. Вот вы поете в этом киртане «Ванда Муи Шабда Дана Маты». Это значит быть на чеку, быть очень внимательным, не совершать ошибки. То, как я смотрю, как я хожу, как я разговариваю, любая деятельность, которую я совершаю, то, как я сижу, то, как я хожу, все ваше поведение, оно должно контролироваться садгуру. Если это не так, то Гурудев вас не может спасти. Все должно быть под контролем. То есть, как вы смотрите? Например, вы смотрите куда-то. Гурудев понимает, куда вы смотрите. Гурудев может... Кто-то закрывает глаза, а Гурудев, он может понять, что ученик, он чувствует влечение к чему-то, и он сразу же может поправить ученика. Если вы считаете, что у вас есть какая-то личная свобода, то вы можете уйти, не приходите ко мне, потому что вы не можете спастись. Ваша свобода, она должна быть продана Гурудеву. Если вы осознаете это, если вы обращаетесь к Гурудеву с таким пониманием, тогда вас можно будет спасти. То есть нет свободы никакой. Джавал Саттакам, он прибыл в ашрам Гаутама Риши. Это невинный мальчик. И он сказал: «О Гурудева, я хочу выучить шастры. Хочу выучить шастры у тебя». Вот прям как вот эти вот мальчики, они учатся у тебя. И тогда Гаутама Риши, он сказал: «Сначала иди спроси у матери, как твоего отца зовут, из какой, то есть ты брахман, кшатрия, кто ты? Тогда, если ты мне это все расскажешь, ты спроси свою мать и возвращайся и скажи мне». Это описано в Упанишадах. И тогда Джавал Саттакам, он отправился к матери и спросил: «О, мать, как зовут моего отца?» И мать сказала: «Я не знаю. Я была в таком положении, что я... Все меня хотели использовать, и каким-то образом я совершала служение, и вот я тебя зачала, и ты родился». И вот Джавал Саттакам, он отправился к Гурудеву, и там Гурудев, он давал лекцию своим ученикам. Гаутама Муни сидел там, Джавал Саттакам, он пришел к Гурудеву. «А, ну ты пришел, ты узнал все». И тогда Джавал Саттакам сказал: «Я спросил свою мать, и она сказала, что она не знает, кто мой отец. Она служила стольким Риши Муни, ну, то есть, и каким-то образом она меня зачала». И он это сказал просто открытым образом, не стесняясь ничего, просто это заявил перед всеми. И все засмеялись, все студенты, ученики засмеялись. И Гаутама Риши, он их остановил: «Не смейтесь. Прекратите смеяться над ним. Подойди ко мне, сын мой. Я уверен, что ты брахман». Гаутама Риши сказал: «Я уверен на 100%, ты брахман, потому что если бы ты не был брахманом, ты бы не мог быть таким откровенным. Будьте осторожны». Гаутама Риши сказал: «Я уверен на 100%, ты брахман, потому что если бы, не будучи брахман, кто может сказать о таких вещах так открыто? Я принимаю тебя, я тебе дам, сделаем санскары». И Гаутама Риши, он привел цитату из шастр. Браманы, они откровенные, а шудры, они скрытные, они лгут. То есть, если я ачарья, если я большой духовный лидер, то есть, как я могу принять прибежище в таких дешевых вещах? Что сказал Гаутама Риши? Он сказал эту шлоку. Брахмане, in Brahman,
Настоящий Брахман, я не говорю сейчас, те, у кого шнур священный, все могут принять посвящение. Это скартрет можно на рынке купить. Вы можете купить себе шнур, повесить. Ну, все так поступают. Один ученик Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами, я не могу назвать его учеником, потому что он даже не видел Апракрита испражнения Гурудева. Я обязан сказать, что он не ученик, но внешне он ученик. Он не видел Бхакти Дайта Мадхава Госвами Раш, не видел его сварупу. Он был грихаста, и он готовил, он брал деньги у кого-то, и он готовил за деньги. И вы не поверите, что, чем он занимался. Он нанимал, например, он заключал контракт с кем-то. Он заключал договор. Нужно, например, готовить на 1000 человек, а ты мне заплатишь 20 тысяч за это. И в данное наше время так делают, не готовят, ну, в вайшнавских сообществах не готовят чистые люди. То есть, и поэтому вы ходите по всяким бандерам, едите, что попало. Люди готовят наемные, вообще абсолютно, которые никакого отношения к преданности не имеют. То есть, вот он заключал этот вот контракт, и он брал себе деньги. И он не делился ни с кем деньгами, не нанимал тех, кто, у кого инициация. То есть он брал, я думаю, что он уже умер. Он приглашал просто со стороны людей, ну, они мясоеды были, он кому-то платил 2000 рупий или 1000 рупий. И он вешал на него шнур, одевал его в брамачари, наносил гопичандан, одевал канти мала, ну, 5 рупий, 10 рупий. И, то есть, окей, будешь мне помогать на кухне. И вот такие люди готовили на фестивале. Такая это афера. Я знаю, что никто не инициирован, даже те, кто инициированы, у них нет, ну, настоящей инициации. Это большая редкость. Но, тем не менее, он вообще нанимал абсолютно непонятных каких людей. После того, как кто-то принимает вешу, занимает положение ачарьи, как я могу лгать? Вы оставили дом свой, чтобы поклоняться абсолютной истине. И сейчас ваше положение таково, что вы даже не на таком уровне, чтобы уважать обычную правду. То есть вы не уважаете даже материальную правду. Вы... И... Какое-то имущество было кому-то отдано, а вот один так называемый саду, он украл это имущество и сказал, что это его и было, и он там кому-то это отдал. В общем-то, вранье. Посмотрите. И вот ты даже не способен подтвердить, что это даже было не твое. Ты говоришь, что это было твое, но это тебе дали на... Как Бхагаван может тебя простить, как Гурудев может тебя простить? Я никого никогда не проклинаю, я просто наблюдаю. Бхагаван, ты источник абсолютной истины, они вот это творят. Они творят вот это, переодевшись в саду. И поэтому я просто наблюдаю и смотрю, что произойдет. И вот... Они даже не могут... Ну, быть правдивыми на материальном плане. То, как они могут научить вас чему-то на духовном плане? Гаутама Риши, он сказал, чтобы совершать баджан, по крайней мере, вы должны быть честными, откровенными. Окей, Махарадж, я сделал ошибку. Это правдивость. Вот поэтому Гаутама Риши сказал,
ты вот это перед всеми объявил такую вещь деликатную. Я уверен, что ты Браман, ты не хочешь ничего скрывать. Подойди, иди ко мне, я тебе дам дикшу. Мы знаем из Упанишад, что нам, по крайней мере, нужно дойти до такого уровня. День и ночь мы должны думать об абсолютной истине, то есть на таком уровне мы должны быть. И даже на долю секунды мы не должны совершать сатсангу. И даже внешний этикет мы не можем поддерживать иногда. Прабхупада, он мог поддерживать внешний этикет. Он приглашал всяких разных личностей, и он там их уважал, выказывал уважение различное, но внутри он не совершал с ними общения. Но у вас, возможно, нет таких такого... Вы не на таком уровне, чтобы мочь уметь это делать. Обычные люди, они, как правило, не могут балансировать между сатсангой и асатсангой. И если они это будут делать, то они не смогут никогда прогрессировать. Вы должны принять резолюцию в вашей жизни. То есть вы должны пообещать, я только буду совершать сатсангу, я не буду совершать асатсангу. Не должно быть никакой асатсанги. Окей, хорошо. О, как же это выглядит внешне, кто-то куда-то пришел, но нужно уже его уважить. Нет, я не обладаю такой силой. Если вы... Это применяется к вам, если вы заинтересованы в хари-бхаджане. Если вы не хотите совершать бхаджану, вы можете ходить куда хотите. Тут, там. И так происходит во всем мире. И один преданный, он разозлился. Он услышал сиддханту и так разозлился. И я дал ему очень такой мягкий ответ. Но тем не менее, он упрямый, он не понимает сиддханту. Но где он взял инициацию, кто знает, они только поют Хари Кришна. Только положение их интересует и так далее. Они даже не знают АБВ бхаджана, алфавитов бхаджана, основы бхаджана. Если вы благоразумны, вы можете почитать вот это вот то, что пишет кто-то, и вы сразу поймете, что там ошибки. Вы думаете, что я могу изменить мою сиддханту? Нет, я ее не изменю. Если вы заинтересованы, вы должны слушать совершенную сиддханту. Апраматия значит быть начеку, быть осторожным, Военные, они всегда на чеку, они на границе с автоматами, и постоянно они смотрят, кто-то там идет или не идет. Радары у них есть. Но вот эта бдительность, она ничто по сравнению с той бдительностью, о которой я сейчас вам говорю. Бдительность в духовной жизни. Какого уровня вам нужно достигнуть, чтобы достичь лотосный стоп Гуранги? Гуранга, он ждет джив, он в нашем сердце, он наблюдает и ждет. Маленькая ошибочка в вашей жизни, она может разрушить вашу жизнь. Будьте осторожны. Я знаю, что вам больно. Вы слушаете вот это вот тяжелые вот эти вот слова, но у меня нет альтернативы. Потерпите несколько дней, вы привыкнете совершать баджан, и тогда вы расслабитесь, и тогда вы обнаружите, что вы купаетесь в океане духовного блаженства. Сейчас я знаю, вам больно, так тяжело. О, как же он так говорит? Он просто бессердечный. Да, я бессердечный, потому что я хочу разбить ваше сердце и переделать его. Я хочу его заново реконструировать. Я разбиваю вам сердце, чтобы его заново построить. Вы просите у меня какой-то топор, лезвие какой-то. Вы просите у меня топор.
и вы хотите отрубить дерево. Когда рубка закончится, вам нужен топор, или вы можете его оставить где-то, или вы будете с ним ходить, спать с ним, есть с ним. Вы когда отрежете дерево, отрубите дерево, вы с собой будете топор носить или нет? Здесь скрытый смысл. Если вы не поймете, то это большая проблема. Здесь объясняется, что после того, как линга сарир, тонкое тело, разрушено, Бхактина Такур пишет об этом в киртане. На Бенгале это киртан. Гурупад Падма, он говорил постоянно, что нужно выучить бенгали, чтобы почувствовать всю сладость киртанов и так далее. Намо рупе авотори живе дая кориле апаро жайо жайо хари намо чидананда мито дамо парататто акшаро якаро. And finally writing. И потом Бхактинот Такур пишет. Угро тапо дуре жай линго бханго. Тава Альпа, о Харинам, когда каким-то образом, когда одним прекрасным днем Харинам немножечко проявится на моем языке, тогда мое линга сарир, мое тонкое тело, что является причиной моих страданий и материального счастья. Когда вот эта линга сарир, она будет разрушена, то я освобожусь сразу же с большой легкостью. Тавальпа спурти гай. Угра тап дуриджа. То есть мое сердце в огне, я не могу его успокоить. Таким образом, линга банга хоя аная стала спальти пурти. То есть немножечко харинам проявится. Когда вот однажды нама проявится на языке, вы разрушите линга сарир. И освободитесь. Сейчас вы свободны. Бхактинот Такур, в общем, пишет таким образом. После того, как вы отрубили дерево, никакой глупец с собой топор носить больше не станет. То есть, если я отрубил дерево, я могу выбросить топор, ну или куда-то его положить в положенное место. На что этот топор? Как только мне удастся освободиться, то есть у меня столько много анарт, когда я освобожусь благодаря этому топору, который мне дал Гурупад Падма, ну топор или какое-то острое холодное оружие. После этого я положу топор, куда положено, потому что если я буду заниматься, если я всю жизнь посвящу вот этому знанию атма-анатма, о, бесконечные миры, майя, если вы будете всю жизнь об этом думать, это знание, оно есть, и это нормально. Но я не могу посвятить этому знанию свою всю жизнь. Хорошо, освободиться от майи, это должно произойти. Но после того, как вы освободитесь от майи, нужно будет заняться духовным преданным служением. Гурудев говорит, ты не тело, ты атма. Ну и вот когда вы освободитесь, какие у вас планы, чем вы будете заниматься? Прабхупада спрашивает, какие дальнейшие действия? Может быть, вы захотите стать майявади после того, как вы освободитесь? Кто вас остановит? Вы уже вне майи, и вы, возможно, можете заинтересоваться стать брамой.
И вот почему написано, что вот это знание, которым обладает Майявади, оно имеет место быть. То есть вы освобождаетесь от самсары, вы освобождаетесь от этого всего. Но будьте осторожны, если вы этот топор с собой носить будете, то есть это знание, оно вам не поможет возвыситься, подняться еще. Самое главное — это развить настроение служения. Это самое важное. Я не принял даже одного пенни от группы от Падмы. Я постоянно наблюдал за его настроением, как он читает Харинаму денно и ночно. Почему он такой счастливый всегда? Я всегда спрашивал себя это. Я хотел понять, я хотел осознать сердце группы от Падмы. И я никогда не хотел от него что-то получить, какое-то имущество и так далее. Но это случается. Шанта Госвами Махарадж, он отказался от одного своего ученика, потому что его ученик, он хотел заполучить имущество Гуру Пад Падмы. И он сказал, те, кто хотят поддерживать отношения со мной, они должны разрушить свои отношения с этим учеником. Но сейчас вот этот вот его ученик отвергнутый, он, его все Госвами называют. Ну, пусть они его так и называют, нам не важно. Пусть люди погибают, что я могу с этим поделать? И это факт, я знаю это. Гурудев отверг его. Я думаю ататвасту и ататвасту, атма, анатма. Ну, то есть я размышляю вот этих вот понятиях. Но если я останусь если я постоянно буду в этом вариться, в этом вивеке атма-анатма, то есть какой смысл в этом? Гопи, они уже обладают знанием, что Кришна, Он Верховный Господь, но их вот это вот знание, оно практически равно незнанию. Они знают прекрасно, но они этого не помнят. Кришна — это наш друг, это наш герой. Если бы они знали, что Кришна — это Верховный Господь, как бы они смогли с Ним иметь такие отношения? О, Кришна — Он Верховный Господь. Нет, такие бы отношения не были возможными. И Кришна также, Он не помнит, что Он Верховный Господь. Кришна об этом не помнит. Когда Кришна совершает игры в качестве Нанда, Нандан Кришны, Яшода, Нандан Кришны, он не знает, что он Бхагаван, и Баларам тоже не знает, что он Бхагаван. Они обычные дети. Они дерутся, кушают, и они ведут себя как обычные дети, люди. И если бы они были, если бы эта бхава их затронула, тогда Кришна, он бы не смог совершать такие сладостные игры. И тогда развилось бы вот это различие огромное. То есть я Верховный Господь, а это вот джива. И в Чайтанья-чаритамрите я сейчас на хинди объясняю. Пастушки сказали Кришне однажды, а ты кто такой? Ты такой же, как и мы. Ты должен нам подчиняться. Пастухи, друзья Кришны, они говорят Кришне, кто ты такой? Ты такой же, как и мы, ты наш друг. Если бы они думали, что это был Бхагаван, как бы они могли приказать Бхагавану, а, неси меня сейчас на плечах, ты проиграл, неси меня на плечах. И Кришна говорит, да, я возьму тебя на плечи. И тогда Шридам, он садится, сел на плечи Кришны и стал играть на груди Кришны, как на инструменте музыкальном. На груди Кришны стал ногами играть. И Шридам сидел на его плечах и ногами бил ему по груди. Как же это возможно? Если бы они думали, что это Бхагаван, то как же они смогли бы так наслаждаться, такие игры совершать с ним? Гопи, они знают, что Кришна Бхагаван, а иначе почему они говорят в Гопи-гите? Нандано Бхаван, Акхила Дехинам, Антаратма Дрик. Нахалу Гопика Нандано Бхаван. Конечно же, ты не сын Гопи. Ты в сердцах всех и каждого, как Параматма.
Ты пребываешь в сердцах всех и каждого в качестве параматмы, но тем не менее вот это их знание, вот это вот понимание, оно равно незнанию. То есть если бы они это помнили, они бы не смогли совершать эти игры. Точно так же я не говорю, что атма, анатма, вивек, что нам не нужно это знание. Нет, я это не имею в виду. То, что я хочу вам сказать, это следующее. То есть если вы ограничитесь этим знанием атма, анатма, тогда это вам не поможет. То есть вы там застрянете, вы не сможете продвинуться в баджане. Атма, анатма, окей, хорошо, это знание, оно полезно, нужно, но потом вам нужно осознать настроение Гурупад Падмы, понять его сева ананду, то есть как и это вот, как сказать, благо абсолютное ученика. То есть ученик должен получить вкус Гурудева. Гурудев, он существует вечно. Пока вы не осознаете этот момент, вы неудачный ученик. Вы можете наслаждаться именем, положением во всем мире, но вы останетесь неудачным учеником. Вы можете себе это записать. Я не боюсь об этом говорить. Вам нужно осознать настроение Гурудева. Это называется снигдашишья. Снигдашишья может получить все сокровища от Гурудева. Снигдашишья может получить все сокровища, которые находятся в сердце Садгуру. Все сокровища. Может стать, ум может стать подобным уму Гурудева. Гурудева хотел вот так делать, и ученик хочет тоже так делать. Гурудева был нишкапад, очень простой, и ученик такой же. Как в качестве Гаутама Риши. Джавал Саттакам получил инициацию от Гаутама Риши. Гаутама Риши, он был уверен на 100%, что Джавал Саттакам, он брамана, иначе никто не может заявить эту правду. Такое откровение, оно не присуще другим варнам. А прамате? Я вам уже это объяснил. То есть топор я с собой не могу носить всю жизнь. То есть я отрубил дерево, то есть это было моей проблемой на моей территории. Я убрал дерево, избавился от дерева, и зачем мне топор? Не нужно мне его с собой носить навеки вечные. После того, как авидья разрушена, и вы освободились, вам нужно оставить это знание. И мне нужно еще обсудить кое-что о виде и о виде. Завтра мы продолжим, сегодня нет времени. Извините меня. Ванчакар Кудрус. Как-то рубят чакры.